Железногорские спутники покажут на выставке в Берлине. Решетневская фирма примет участие в авиационно-космическом салоне «Берлин Air Show», который откроется завтра и продлится до конца недели. На стенде ОАО ИСС будут продемонстрированы макеты спутников связи «Экспресс-АМ-5», «АМОС-5», «Гонец-М», спутника-ретранслятора «Луч-5А», навигационного космического аппарата «ГЛОНАСС-К» и малого спутника научно-экспериментального назначения «Юбилейный». Кроме того, в рамках деловой программы авиасалона руководство компании проведет ряд встреч с российскими и зарубежными партнерами.